Белый микроавтобус превратился в груду металла. Весь корпус в грязи. Маршрутку доставали из кювета. Туда ее отбросило сильным ударом после столкновения. Машина, утверждают очевидцы, просто стояла на обочине, когда в нее на скорости въехал большой рейсовый автобус. Остановился белый автобус. Проблема с колесом, у него что-то там задымилось или не знаю что. Микроавтобус. Да. Ну, наш знакомый. Ну, мы остановились впереди, его объехали, остановились. Я говорю: Андрей, сходи, посмотри, может, помощь какая-то нужна. И в этот момент произошел удар. Авария произошла в 3 часа ночи на 135-м километре трассы М2 Крым. До Москвы оставалось ехать меньше 2 часов. Большой автобус направлялся в столицу из Орла, две маршрутки, которые он протаранил из Курска. И везде спящие пассажиры. Перед смертельным ударом некоторые даже не успели проснуться. В результате ДТП в одном из микроавтобусов погибли 4 женщины. А 5 человек, это 4 женщины и 1 мужчина, получили различные телесные повреждения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Заокского, Алексинского, Ясногорского районов и города Тулы. Предполагаемый виновник аварии, водитель рейсового автобуса, не пострадал. Сейчас он дает показания, как на освещенной трассе, пусть и в ночное время, не разглядел стоящий на обочине транспорт. По словам рейсового автобуса, люди, которые ехали там, сказали то, что он закурил и начал засыпать. Сергей, напарник мой, говорит: ты что, заснул? Он: да нет. Для жителей Черноземья такие междугородние рейсы в ночь – недорогой и быстрый способ добраться до Москвы. Правда, далеко не всегда безопасный. Следователи выясняют, были ли застрахованы пассажиры и есть ли лицензия у водителя из Курска. Проверка, очевидно, теперь ждет и транспортную компанию в Орле, откуда выехал большой автобус. Медики сейчас борются за жизни пострадавших в страшной аварии междугороднего автобуса и двух маршруток. Столкновение произошло ранним утром на трассе между Москвой и Тулой. Уже известно о 4 погибших. Следователи рассматривают сразу несколько версий. Почему автобус на полной скорости протаранил маршрутки, стоявшие на обочине? С места событий передает наш корреспондент Кирилл Альков. Грани трассы Крым оживленное движение даже ночью. Всего 2 полосы и обочина. На ней часто делают остановку водители междугородних рейсов. Передохнуть и набраться сил, если пассажиры не против. Вот и водители маршрутных такси решили сделать остановку. Ехали уже долго из Курска, почти 600 километров пути. Все произошло здесь, на 135-м километре федеральной трассы Крым. Рейсовый автобус, который следовал по маршруту Орел-Москва, на полном ходу протаранил маршрутное такси, которое было припарковано на обочине. Удар был такой силы, что машина перевернулась и улетела в кювет. Все произошло мгновенно. Очевидцы услышали только визг тормозов, несущегося на полной скорости автобуса, который буквально смял сначала один припаркованный на обочине минивэн, а потом и второй. Водитель микроавтобуса, который принял на себя основной удар, чудом уцелел. Буквально за секунду до лобового столкновения вышел из машины, чтобы помочь другому водителю поменять колесо. Микроавтобус взлетел в воздух и перевернулся несколько раз. Четверо пассажиров погибли на месте, все женщины. Лариса Пуговкина в первые секунды даже не поняла, что произошло. Она находилась в первом микроавтобусе, помнит только хлопок и резкую боль. Что-то колесо там застучало. Мы думали, может быть, пробил. Пробили колесо это. Володя остановил водитель. Он вышел, ну я думаю, пойду ему тоже помогу. Может быть, колесо надо перекрыть. И мы когда подошли, начал подсвечивать фонариком. Вот, с одной стороны, с другой. И в это время какой-то удар произошел. 5 пассажиров маршрутки получили различные травмы после оказания первой медицинской помощи. Их доставили в Алексинскую районную больницу. Большинство из них закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, переломы и рваные раны лица. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Пассажиры второй маршрутки автобуса не пострадали, хотя, судя по этим кадрам, видно, как машина сильно повреждена. Кабина водителя буквально вывернута наизнанку. Со слов очевидцев, водитель автобуса просто мог заснуть за рулем. Никакой машины не было. Он просто ехал, светя фарами, таранил. Пассажиры, которые сидели в том автобусе, сказали, что он заснул. Возможно, не рассчитал свои силы, хотя в салоне рейсового автобуса был его напарник, который мог сесть за руль в любой момент и подменить засыпающего на ходу водителя. Но почему-то этого не сделал. Сотрудникам ГИБДД еще предстоит назвать причину аварии. Сейчас шофера автобуса допрашивают, а следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение вреда по неосторожности, повлекшее смерть 2 и более лиц».